Пенсионерки отремонтировали одно евроокно за 20 тысяч рублей. Как вышло, что старушка заплатила за ремонт, когда дешевле было поставить новое, рассказала ее внучка. К бабушке наведались ремонтники, когда дома она была одна. И после осмотра окна заявили, его нужно отремонтировать. Приходят, открывают окно, поворачивают ключиком вот здесь соответствующий механизм. И после этого говорят, что окно не работает. Закрывают, и оно просто начинает вываливаться. Пугают пенсионерку тем, что «ой, на вас окно упадет», и требуют огромные деньги за замену. Женщина согласилась на ремонт, вот только за фурнитуру и подоконник отдала сумму, как за целое окно. Вот этот вот прекрасный подоконник из самого дешевого пластика обошелся нашей бабушке всего лишь в 9 тысяч рублей. Внучка решила пообщаться с сотрудниками компании, но те заявили, что лишь ставили металлические откосы. Но у нас есть документы с подписями вашего мастера. Соответственно, возникает вопрос. Почему у вас в программе одно, а в наших документах другое? Абсолютно другие цены. Так. Не, у меня по программе не может быть такого. Я не знаю, что у вас там. По данным компании, бабушка заплатила всего 4 500 рублей. Неужели остальное забрали работники? Тайком от начальства. Впрочем, кажется, разбираться в этой истории предстоит правоохранительным органам. Родные бабушки уже готовят заявление служителям закона.